И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все также на Генезисе, и сегодня мы пойдем разбираться, что это здесь такое происходит в подводном мире и почему мне нужно с этим разобраться. Так, на какую кнопку нужно убрать? Я забыл, на какую кнопку нужно нажать, чтобы перейти в режим. Хоп! Идем мы, собственно, вот сюда. Вот мне интересно, там у Динаса, если сверху будет, они как-нибудь это сетываются, не сетываются. Короче, здесь у нас кальмары и океаническая мозаика. Че это там? Мазазавр, я напомню, ему понятно. В общем, мозики и кальмарики. К ним мы сейчас и пойдем. Мази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 зiz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 
Урон. Но урон. Так, давай все-таки включим лучше яркость. А можно как-то голову отодвинуть, пожалуйста, спасибо. Так, удерживаем. И, ну, давай попробуем кальмара. Почему бы нет? Да, погнали на кальмаров. Мочить кальмаров. Кто спрятал? Я очень надеюсь, что сейчас у меня вот их его не заберет, короче, и все будет хорошо. Так, отлично, хорошо, замечательно. А что мне делать дальше? Добрый вечер. Это что там такое за мной плывешь? А, мне типа нужно в этом месте потусоваться, что ли? Я что-то не понял. Блин, хорошо я на... Подожди, вот стрелочка показывает, куда мне нужно плыть, да? Стрелочка показывает, куда мне нужно плыть. Ну, допустим. Так. Я опять какой-то след нашел? Или не нашел? Да пошел ты в жопу. Ублюдок, мать твою, за ногу, иди сюда. Не, слушай, что-то какая-то фигня нездравая. Ну-ка, давай обратно. Я что-то не понял, а что нужно делать? Допустим. Вот он, этот след. Да ты серьезно, что ли? Но ну я тебе не завидую, короче. Все ясно. Етишки тебя в рот. Так, Мозя. Ну, подожди, Мозя, иди сюда. Мозя, иди сюда. Будешь плыть за мной. Вот, я теперь увидел эти, мать их, стрелки. Погнали! Мозя, плывешь за мной? Отлично, плывет. Что-то мне напоминает предыдущую миссию с гонками, блин. Так, вижу кальмара, не вижу препятствий. Это иди сюда, ты ёб твою ж за ногу. Слышь? Дурное создание, твою мать. Чё ты это?
Ну-ка на пассиву встань. Как ты попал откуда-то? Воу, добрый вечер. Как я вовремя присел на седло. Так, погнали. Ага, вот он. Отлично. Убейте цель. 300-й! Вы серьезно? Да... Вы серьезно? Не, ну хорошо. Ох. Нифига себе. Так, погоди-ка. Он в смысле он исчез? Так, пошли вон, ублюдки, мать вашу. Так, следы вижу. А, то есть я... Ёшкин кот, да ты серьезно что ли? Так, стрелочки я вижу. Вижу, почти вижу стрелочки. Ага, вон, вижу стрелочки, отлично. Ну офигеть. Что-то мне это... А! Ёп, ты серьезно? Как ты здесь оказался? Трюх, мать его, 100-й левел. Обалдеть. Да куда ты? Вернись, козел! Так, электрофобус, иди нафиг! Собака плешивая не отпускает. Мне даже интересно, а на каком-нибудь... Ага, вон я. Бета-альфа, там какого левела его не будет? Так, вот вижу. Ужас! Не, могли бы стрелочки и повнятнее нарисовать. Особенно, когда вот так в кустах, блин, тусуешь. Лексидис, здорово. А в итоге я так и не понял. Так, ща, погоди. Есть идея. Только надо от этих избавиться. А то мне чутка жопу надирать начнут. Если я следу с седла. Нет, надо выплывать. Нифига себе. Вот бы я сейчас бы за секунду бы лишился мозика. Так с трудом притомленного. Да давай, иди уже под укус. Так, в итоге я еще и приплыл куда нужен, да? Я цепляюсь за эту фигню. Чтоб тебя, собака, ты долбаная. Ух, как он бесит. Второй, да пошли вы в жопу, ублюдки, мать вашу. Он что, кого-то сожрал, что ли? Отхилялся. Так.
Стрелочки. Стрелочки не появились, так как я этого вышел из зоны. Ну, отлично, блин. Так, вот, я опять зашел туда, куда нужно. Давай. Отлично. От говна избавился. Нет, не зашел, куда нужно. Да что мне теперь назад возвращаться, что ли, из этих имбецилов? Ух ты ж. Так, стоять. Что-то он не сильно видит, да? Смотрю, Хелена. Ну, отлично. Ну, погнали обратно, блин. Я теперь знаю, вот зачем я понимаю, почему тут час. Всего обнаружено следов 44. Ну, окей. Ох ты ж, твою мать. Очень тяжело их разглядеть. И в этом основная проблема. Ага, отлично. Я попал где-то тут на след, да? Как я понял. Я просто надеюсь, что мне не нужно будет куда-то далеко плыть. Ужасно! Ужасно! Ладно, насрать, короче, все поплыли. Я тут сейчас дольше буду туда-сюда тусить. Да иди ты в жопу, сраный пузырь! Я думаю, какого фига я поднимаюсь наверх. Так. Ну, допустим. Туда вниз куда-то, да, надо плыть. Да, вот она смотрит туда вниз. Ох, какая ж гадость. Вот, 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 спуск вниз, отлично. Просто мозик немного неповоротливый. Так, вот они следы, погнали по следам. Или он появляется после того, как я пройдусь по всем следам. А дальше что куда? Я следов-то не вижу. Не понял. Мозя, а ты где? Собака подводная. Я что-то не понял. Вот вы следы видите? Ага, куда ты там показываешь? Туда, куда-то, да? Это какая-то тупость. Так, Мозя, хорош там. Он вот в этих кустах показывает мне.
Ну какого черта? Здесь ни черта нету. Вашу ж мать. Срубить их нельзя, чтобы они исчезли и хоть как-то меня не бесили. Ну реально, он показывает на эти кусты. Так, во, стрелки вижу. Отлично. Ну и... Но здесь ничего нет. Какая-то тупость. Нет. Тут два варианта. Либо тупость с моей стороны, либо тупость не с моей стороны. Так что тут как бы я ни капли не ошибся, говоря, что здесь какая-то тупость. Допустим. Кстати, давай урон прокачаем. Здоровье все-таки сделаем сотку. И прокачаем урон. Всякий урон будем уже побольше вносить, что уже хорошо. Так, давай всплывем пока что отсюда. Он показывает последний след вот здесь. Отлично. А раньше не могло это скрипт сработать? И можно делать это говно не в кустах, пожалуйста? Нифига ж не видно. Так, погоди, я где-то что-то упускаю. Может, я вижу постоянно какую-то стрелочку. К примеру, вот эту стрелочку. Вот, видите? Вот сейчас эта стрелочка есть. А сейчас стрелочки нет. Какого черта? Ладно, поплыли, короче, отсюда. Чувствую еще чуть-чуть, и меня уже начнет это накалять еще сильнее. Так, вот, отлично. Теперь я это вижу. Ну и... Да уж. Сожрав все в подводном мире, я так и не нашел Тустиотиса, да? Хе-хе-хе-хе. Смешно, блин. Так, вот я вижу стрелочку. Стрелочка ведет у нас вот сюда. Так, вот они, стрелочки. Че, я до этого не видел? Ладно, фиг с ним. Мозя, не сбивай, подожди.
Итак, что-то фигово ищется. Опять сраные кусты или те же самые кусты? Или что, надо обязательно на каждую точку, что ли, заходить? Ну вы серьезно, что ли? Тогда их подсвечивайте как-нибудь поярче, что ли. Чтоб видно было это говно. Вот в гонке я понимаю, там бежишь, как бы, и все видно. Куда нужно нажать и так далее. То есть она подсвечивается. Здесь я не думаю, что должно быть именно так. Если здесь надо на каждую точку наступать, ну это как минимум уже тупость. Ладно. Но мне кажется, я здесь просто кругалями сейчас горцую. Стоямбер. А то сейчас я туда занырну. Так что мозик у меня сдохнет ваншотом. Ну вот смотри, плыву сейчас прямо вот сюда. Нашел стрелочки. Вот они, эти стрелочки. И опять они, ну, то есть, как вот, они мне показывают, вот, вот на последняя стрелка. Вы там что-нибудь видите? Вот и я не вижу. А оно есть. Ну что, давай в обратку тогда плыть. Хотя будет реально смешно, если нужно, короче, каждую стрелку зацепить. Но при всем при этом тебе, короче, это... Они дерьмово видны и так далее. Ну, а это прям будет вообще кайф. Да ёб твою ж за ногу, ты серьезно? Блять. Тот разраб, который это делал, тот имбицил конченый, контуженный. А давайте сделаем полупрозрачный, короче, синего цвета стрелочки, чтобы их не было видно. Но! Сделаем, чтобы их посещали обязательно все. Чтоб ты, тварь, икал сейчас хотя бы минут 5. Вот так прям сильно-сильно-сильно икал, чтобы прям тебе было хреново. Минуток 5 тебе, я думаю, хватит, чтобы ты козел. Хотя ты все равно не поймешь из-за чего, но все равно тебе не жалко, тварь. Ах ты ж, ёб твою ж за ногу. Допустим, стрелки закончились. Мне теперь нужно плыть назад, да? Это здесь то место, где я с ним файтался. Теперь мне нужно плыть назад, да? Допустим. Мози, иди сюда. Сейчас поплывем назад. Чпунька. Кстати, столько говна, а веса не забит нифига. Прикольно. Так, стрелочка показывает туда. Все правильно. Ты серьезно? Он просто появляется и все. Кайф. А, здесь еще эти надо завалить, да? Электрофобусы эти. Твою мать! Ты серьезно? Ох ты, ужас-то какой, а? Ну ладно, я сейчас хотя бы теперь знаю, что-то когда где. Ну, что в целом нам дали? В целом, за бету дали нам
О, гига, прикольно. Чуть как говнеца, но меня радует то, что нам в целом здесь дают. А то есть за какую-нибудь бетку нам дадут уже, ну, много-немного получше. Все, вкидываем в урон. В целом, прикольно. Ну, в смысле, миссия прикольная. Но! Тупость и маразм еще тот редкостный. Экс, хотя да. Я думаю, нам этого мяса точно столько не нужно. Пам-пам-пам. Вот и все, что осталось и нужного из этого говна. Ну хорошо, чё. Погнали обратно. Выполнять бетку. Ну, теперь-то я уже знаю, что как где, и нужно обязательно все стрелочки посещать, поэтому уже сейчас будет легче. Там и времени будет меньше. Не, все-таки самое тупое... Это то, когда ты, короче, это... Плывешь... За ним. Да? По следам. То есть на музыке ты плыть по следам вообще невозможно. Акула. Только акула. Вот ей это очень будет удобно. Она может плыть вверх, плыть вниз. То есть как бы она более такая управляемая в, под водой. Но что самое смешное, когда ты плывешь по следам, и просто тебя, короче, это... Она появляется прям в тебе и сразу же цепляет? Это, конечно, да. Это, конечно, еще та редкостная тупость. Ладно, что я в итоге еще получил? О, перчатки, как раз мне их поломали, спасибо. Блин. А, так, что есть 600? Здесь прочность побольше, но окей, потом пригодятся точно. Да и все по сути. Все остальное в говне, вот они поломаны, и вот все, что мне повыдавали. Ну, как бы вы поняли, да, то есть, говно говна. Ой-ой-ой-ой-ой. Опять говно говна. Я специально вот так вот выкидываю, чтобы, ну, то есть, трачу немножечко время. Выкидываю я не для того, чтобы, ну, типа, посмотреть, я все говно выкидываю, для того, чтобы вы посмотрели, что здесь в целом налутано. То есть, как бы, ну, больше, так сказать, по времени, чтобы это дело заняло. Ну ладно, что, погнали теперь альфача. Попробуем найти. А он уже конкретно жиробас, альфач. То есть он сам по себе уже такой жирный, мощный. И тут надо быть прям аккуратнее. Он мне броньку сломал прям махом. Да, она там была полуполомная, но как бы махом. Я в него попал, и все. Ну, как я уже объяснял. То есть ты как бы плывешь, а он такой хоп, и все. И смотрите, сколько урона вносит. А вы помните седло у мазика? Там 130 брони. Ну, как бы... Да. Жестко. Жестко. Уроны, конечно, да. Совершенно другие. Ну, альфа одним словом, что еще сказать. Последняя битва. И это будет самая жопа. Короче, сразу говорю. Количество ХП вы у меня видели. Да? То есть вот на количество ХП. Вот на какая у меня броня. С каждым заходом, то есть первый заход у меня снес почти половину. Во второй заход он у меня снес примерно треть здоровья. Ну вы поняли, то есть просто так на музыке я бы не вывез. Без отхилок. Поэтому это тоже стоит предупредить. Эта собака уносит урона столько, что просто жуть. Прям очень много, я бы даже так сказал. По идее, даже столько урона не должен вносить. Но он вносит. Это альфа. Этим все сказано. То есть, как вы помните, да, с мобами у меня не вышло. То есть там просто разница сразу же не в 2 раза, а в 10 раз стала хуже. Так и здесь. Ну, не в 10, может, там раз в 7. Ну, то есть в сравнении с беткой. Вот так же и здесь. То есть очень жесткая, сильная тварь. Вот я сейчас еще забагался, я не могу вылезти. А мне, по сути, еще вот тех электрофобусов тоже надо завалить бы. Электрофорусов, забыл, как они называются. Ну, в общем, да, еще та редкостная тварь.
жесткая, сильная, но, если честно, если бы вот он вот так вот и не цеплял бы меня бы щупальцами, было бы намного хуже. Просто так он бьет, вон, просто прошелся мне по 580, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Здесь же он, то есть, когда щупальцами бьет, он наносит намного меньше урона. Да, вот их тоже нужно убивать. Это обязательно. Хотя не факт, конечно, но я думаю, лучше завалить их. Тем более, сейчас вот он поймал меня щупальцами, он поворачивает к себе, и тем самым мне намного легче. Что-то, блин, сейчас нифига он так мало урона-то и не вносил. Так же по 580 меня оглушил. Но вот смотрите, сколько у меня сейчас хп. А, вот, вот, сейчас 64, отлично. Смотрите, сколько у меня уже хп у Мазика. О, у Мазика, у Мазика. Киченец, блин. У Мазозавра. У Мазика. Да. Ну, в общем, чисто вот раз на раз с вами не очень, сразу говорю. Но можно. Также, что еще могу сказать? Да, нужно не все собирать, но процентов получается что? Ну, процентов 80, да, нужно собирать этих обязательно. То есть парочку ты пропустить можешь при доплыве от точки до точки. То есть у меня даже было так, что до второй точки... Отлично. У меня было так, что даже ко второй точке я подплыл, и было жопа, то есть он не появился. Вот, то есть я вывез только благодаря вот этому. Благодаря хилкам. Все, сразу говорю, только благодаря этому. Жопошная жопа. Так, и что я в итоге получил? Вот оно, что у меня было. И что я здесь получил? Бронта, тканевое говно, которое... Блин, ну хотя смотри, брони-то сколько у него, да? Тканевая бандана, зато брони 127. Ха! Это, конечно, да, это, конечно, прикольно. Хотя сказать, можно выкинуть, но нет. О, кнутик, кнутик прикольно. Кнутик прикольно, может мне пригодится. Каркинус. И плесик. Ну, кицаль, понятное дело. В общем, пару перчаток и тканевые шмотки. Ни о чем. Если уж на то пошло. Но зато Альфа выполнил. Альфа выполнил не на последних секундах. Не спорю. Второй, кстати, на бетке был такой же маршрут, как и на гамме. На Альфе был другой маршрут. Поэтому немножечко был более такой, как запарание. То есть, как минимум, здесь есть два маршрута, по которым ты будешь плавать. Но, как я уже сказал, на акулах все-таки было бы получше. С одной стороны, а с другой стороны, сколько хп у мозазавра, это прям не сравнить. Фух. Ну, было прикольно, было прикольно, необычно, прикольно. И ужасно тяжело. Ну, а я на этом уже с вами буду прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео с друзьями, на этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока!